детстве я очень любила мечтать. Представляла, кем стану и какой будет моя жизнь. Мечтала иметь большую семью, чтобы в доме никогда не заканчивалось детство. Хотела быть самостоятельной и непременно очень сильной. Мечтала о самой интересной работе, где я буду принимать важные решения. И, конечно, хотела быть красивой, носить блестящие платья и туфли. Перебирала в голове тысячи вариантов, но когда пришло время, выбрала самый простой – жить так, как подсказывает мне сердце. И это сработало. Детские мечты сбылись. Сегодня у меня много ролей. Каждая из них – важная часть меня, которая дарит внутреннюю силу и гармонию. Я не хочу выбирать быть кем-то одним. Я хочу быть разным, быть собой. Я смело иду вперед к новым горизонтам, не боясь ошибиться и готовая рисковать. Ведь самое главное в жизни у меня уже есть. Моя семья. Моя работа, моя команда, место, где я живу, мой мир. Мир, который я строю кирпичик за кирпичиком. И сегодня мне есть чем гордиться. Но главное, мне есть к чему стремиться. Ведь тот, кто любит мечтать, никогда не остановится.